21 марта 2019 году Владимир Путин на место губернатора Оренбургской области вместо Юрия Берга назначил Дениса Паслера с приставкой исполняющего обязанности. Меня связывало Оренбургская область, наверное, это то, что общение, которое у нас было с Юрием Александровичем, с его командой, было конструктивное. На тот момент Паслер руководил компанией «Т-плюс», а до этого возглавлял правительство Свердловской области. В сентябре Денис Паслер выиграл выборы губернатора. За него проголосовали более 65% избирателей. Пока улучшений я не замечаю особо. Кускуляр дороги сделали. Хотелось бы, чтобы и по городу так же было, потому что много ям сейчас. Небо и земля сразу. А чем? При Берке все равно такого не было. Больше как-то неухоженный город, меньше был сейчас. Ну, пока еще слишком не замечаем, что лучше стали дороги, что работа над этим ведется, очень даже слышно. Все делает, что и другие делали. Такого выдающего не замечал. Как бы наблюдаю, я вижу его действия и его как бы решения. Но он мне более импонирует, чем этот Берг. Политолог Кирилл Шкилев считает, что управленческий профессионализм Дениса Паслера по сравнению с его предшественниками оценить сложно. Его губернаторство пришлось на период муниципальных и федеральных избирательных кампаний, что обязывало его находиться на слуху. Затрудняет анализ и пандемия, которая требовала моментальных и аккуратных по отношению к экономике региона решений. С Денисом Паслером пришли федеральные деньги в регион. То есть это дороги, это городская среда, это там здравоохранение и так далее, и так далее. Ну, естественно, проблем с освоением. То есть мы вспомним, что не так часто область во время Юрия Берга участвовала в этих федеральных программах. Я договорился, деньги в регион привел. Будьте добры, осваивайте. Проблемы кадровые. Mm-hmm. То есть и все решения, которые негативные вокруг его персоны, они складываются именно исходя из этого. У нас получается история, что 27-28% остается в регионе, и более 70%, 72-73% уходит в федеральный центр. Вот у наших соседей ситуация в точности наоборот. Здесь нашим чиновникам в этом плане похвастаться нечем. Я приезжаю к конкретному руководителю постсовета и спрашиваю, с чем ты можешь убрать дороги, снег убрать? Он говорит, каждым годом все меньше, потому что и растут накладные расходы постсоветов. Потому что тарифы растут. Оренбургэнерго, детище компании Т-плюс, которую руководил Денис Владимирович, заставляет все муниципалитеты платить им деньги за то, что они освещают улицы своих поселков. Но в других регионах, например, не заставляют засветить? Вот такого нет. Однако на сегодняшний день у Паслера самый высокий рейтинг среди публичных политических персон региона. Как считает журналист Анастасия Шахмуть, низкая заинтересованность в жизни региона может быть связана с тем, что Оренбуржье не его родной регион. Зачастую такие приходят информации из самого же Домсовета, что губернатора опять нет в области, он там удаленное руководит. То есть такие информации на протяжении этих 2 лет, они с регулярной частотой появлялись. До сих пор оренбуржцы относятся к нему осторожно, как к чужому. Анастасия также отметила, что журналисты рассчитывали на большую открытость со стороны нового губернатора. Но по факту за 2 года Паслер провел лишь 2 пресс-конференции. Закрытость главы региона отметил и Владимир Фролов, депутат регионального ЗАГС Собрания. В кабинет к Бергу попасть было намного проще. Фролов считает, что допущение оптимизации медицины – главная ошибка властей региона. И в прошлом, и позапрошлом году теряет население Оренбургской области. Высокая смертность, снижение рождаемости. Все это входит в определенные цифровые показатели. И мы с успехом все это провалили. Из положительного за время губернаторства наши эксперты выделяют снос недостроев в центре города, строительство областной детской больницы, завершение оснащения Орского онкологического диспансера. Кроме того, при Паслере уложили гранитные плиты на спуске к Уралу. Правда, качество реконструкции до сих пор под вопросом. Оренбуржцы все еще возлагают надежды на Дениса Паслера, ведь впереди еще 3 года губернаторства. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.